Эти страшные кадры горящей степи помнят, пожалуй, все жители Хакасии. Многие видели их по телевизору, но тысячи людей год назад стали очевидцами. Более того, многие сельчане помогали пожарным и спасателям бороться с огнем. И некоторые в этой схватке победили. Как, например, жители села Доможака в Усть-Абаканского района. Тогда огонь пришел с гор, на подходе к селу пламя достигало 1,5 метра в высоту. Ой, сильно страшно. Господи. Увидели дым, все горит, конечно, прибежали. Но тут было очень много народа. Все с метлами, там, граблями, ну, все мы. И все дружно очень, но втушили. И вот, ну, буквально здесь вот, ну, рядом остановили вообще. Виталий Петров вспоминает, что тушили пожар всем миром. Собрались почти 200 доможаковцев. Огонь остановился буквально на пропаханной полосе. В нескольких метрах от сеновала и забора крайнего дома. Сегодня механизатор Виталий Петров делает преграду для огня, перепахивает 10-метровые полосы вокруг села. Средства на солярку выделила районная администрация. По подсчетам главы сельсовета, на защитные круги вокруг 6 его поселений израсходовано 23 тысячи рублей. Практикуем это давно, у нас работа эта ведется уже более 10 лет. И то, что, как показала нам прошлогодняя практика, что нужно ее проводить. И вот сейчас уже, когда земля отошла, мы эти работы начинаем проводить на нашей территории. 20 тысяч рублей – деньги не такие уж и великие, даже в масштабах дотационного сельсовета. Зато жители этой территории чувствуют себя защищенными от природной стихии. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.